упражнения полиметрические, так называемые, работа мышц с прочим режимом. So, everybody stand up, yeah? Make sure your knees don't fall this way. Hip has to push back. Таз спускаем назад, колени стараетесь вперёд. This. Пятки не отрываются. So, shoulder width apart. Push. Hip. Отводим бёдер назад. Okay. So, tell everybody, 10 times. 10 times. Nice and light. Okay? Делайте приз 10 раз. Jumps. So, let's do just maybe 5. Everybody, knees to the chest. 1, 2, 3. 10 times. But everybody, just 5. Back again. Same thing. Может, немножко тяжелее, зависит от вашей подготовки. This time, a little bit different. Everybody, again, jump. This time, hands here. 1, 2. Okay? 1, 2. Первый раз, второй раз. 2, 1, 2. Okay? Then, again. И опять. Squat. Decent. Squat. Next, from the side, here, this way, use your hands. Пришли со спины ног, so, используй руки. Small. Сейчас длина небольшая позиция. Use your hands. Используйте свои бедра. 5 times. Fourth set. Четвертый подход. Then jump with turn. Потом jump, turn. Jump, turn. So here, jump, turn. Jump, turn. Jump, jump, turn. So turn is поворот. Jump. Потом прыжок, потом поворот. Not this way, not. Не такой прыжок. No. Straight. Прыжок прямой, поворот потом. Straight. And turn. Okay? Everybody. Then more speed. Подход делает. Прыжку. То самое. Maybe about 20 times. Может быть 20 times. No weight. Hands here. But fast. Everybody, only 10. So next следующий упражнение, сгибайте hamstring. So a lot of times. Everybody come. Usually not this high, but a little bit. Drop, push your hip back. Drop to your toes, then back. Back. This for your hamstring muscles. So very slowly, take time. Slowly. Extend as far as you can. Extend. Okay. So everybody, let's go back over there. One leg, up, then back. Two, maybe 10 times. More than this to us. Down, yes. Okay. Then again, more than this. Then over and over again. Same idea. So four sets. Идея. Сначала статика, потом полиамид. Вот. Then, last exercise мешает I do это делать, что они... Просто есть версия, что это нельзя в одной тренировке. Нельзя смешивать. Ну, есть такое. Нельзя смешивать геометрию с такими статическими тяжелыми упражнениями. Весит обычно 5 или 6 подходов. Смотри, для чего ты хочешь, если ты работаешь на объемы силы, то нельзя.
разгибатели, то это 4 подчинения. И что касается экономики, то это 4. Ну, в принципе, сама полиометрика, это и есть баланс между скоростью и силой. И всегда чередуется с разными прыжковыми упражнениями. Если качки, то это нельзя, не в коем случае. Это на развитие силы. Взрывной силы, не просто силы, взрывной. Но нужно развить не только силы, но и мощности, и взрыва, поэтому требуется прыжковый блок. Саша, прости, пожалуйста, он дает это просто техническая часть, или он дает это отдельной частью? Yes. Это отдельная тренировка. Separate. Go to the gym. Он ходит в тренажерный зал, вот там. Maybe legs once a week, upper body maybe once or twice a week. У него ноги это один день в неделю, а все, что касается рук и туловища, один или два раза. Ноги один раз в неделю. So, это зависит от необходимости. Maybe total only three times a week in the gym, weighted training, three times a week. Три раза в неделю для него нормально заниматься связью. Also speed training this morning, we did speed training, you know, sprinting maybe 3 to 4 times a week. Что касается подготовки скоростной, то это 3-4 раз в неделю. Отдельно от техники. Что он делает на скоростной тренировке? Вот это. The, like how we did, все то же самое, что мы сегодня делали. Yes. I can show them. Do they want me to show them more? Если вам нужно больше, он покажет это на завтра. То есть он, в любом случае он будет показывать, ну, как, ну, на даче. Саш, аэробные упражнения выполняются, марафоны, бег? No, very, very little bit. Many people, they think running, you know, so many kilometers, long distance, no long distance. Everything is short distance. На короткие дистанции. No. Never. Never. Ну, кто говорил, что Катака бегает по 10 километров каждый день, так он говорит, что это неправда. Once in a while, it's good to go a little bit longer distance, just to change the rhythm. But that is never a part of my training, not always. Everything is speed, quickness. Jumping, power, explosive, no long distance. Yes. Вся его тренировка заключается в развитии скоростных и силовых качеств. А что касается выносливости, это входит в программу для того, чтобы не было монотонии, так называемой. Но не так часто. То есть цикл там практически у него исключена тренировка выносливости. Сейчас мы поговорим о планировании тренировок. Вот если у вас, во-первых, у нас сначала начнется с этого, и если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. Но я имею в виду планирование, те, кто действительно строит эти все графики макро-микро-мезоциклов. Сейчас. For example, every Monday, Wednesday, Friday. Monday, Wednesday, Friday is maybe morning time. Понедельникам, средам, пятницам по утрам. All of my speed training. Он занимается развитием быстроты. All the running, jumping, yes. No weight training. Легкоатлетические упражнения без веса. Then nighttime or afternoon to evening karate training. А вечером он выполняет обычную тренировку карате. Then maybe Tuesday, Thursday, Saturday. Вторник, четверг, суббота. Is my little bit weight training. Это тренировка на силу с весами. Then at night, afternoon. Karate training. Опять карате. Yes. So утром. Karate training almost every day, 6-7 days a week. You know, okay to rest one day, two. Some days it's very important to rest, body. Для восстановления ему требуется один день, именно ему, тренированному человеку. But speed training, weight training, usually every other day. И необходимо постоянно переключать силу и скорость, чередовать. Чтобы у вас было не два дня подряд были упражнения на силу.
then maybe you can start to do weight training is good, maybe from maybe about how do you say 3 to 4 months before competition. Yeah, maybe 1 or 2 months of weight training. But when it comes down to the last 2 months or last month and a half, no weight training, very very little weight training, and more speed training, speed and so speed training maybe 4 days a week now, no weight training. Когда вы планируете цикл соревновательный, если у вас соревнования будут через 4 месяца, грубо говоря, вы вот эти вот на первом и втором месяцах можете позволить себе заниматься развитием силы. Потом идет эти упражнения идут на спад и увеличивается число тренировок на быстроту. И к концу этого цикла число таких тренировок на быстроту возрастает до 4, а на силу все сокращается. They have to, like, especially for Kumite. Kumite, то, что касается Kumite, men's black belt division 3 minutes, you know, junior maybe 2 minutes. Для взрослых продолжительность поединка 3 минуты, для юниоров 2 минуты. То есть вы смотрите на свои правила. So, a lot of my training, my agility training, my speed training, always I do for that amount of time. So, if my match is 3 minutes, my cycle or my conditioning, I try to do for 3 minutes or 4 minutes. Вот у него поединок длится 3 минуты по правилам WKF. Соответственно, он выбирает упражнения такие в подготовке, которые длятся 3-4 минуты. So, WKF 6 rounds. В WKF обычно, чтобы стать чемпионом, требуется 4 куба пройти. So, I do maybe minimum 6, 7, 8 rounds. Он делает 6-7 подходов вот так, по круговой. То есть он говорил мне, да, это круговая тренировка, от одного упражнения переходит сразу к следующему. И так он полностью их проходит, небольшой перерыв, потом опять их. И так вплоть до 6-7-8 повторений. This morning we did a partner. Сегодня мы с партнером занимались игровым касанием. Jump. I do that for 3 or 4 minutes. Он это делает 3-4 минуты. But different type. I do sometimes jump, and sometimes go прыгает, down. So up, down, left, вверх, right. Вниз. Many exercises I do. Он выполняет очень много упражнений. But always it's for time duration. И все время это секундомер. То есть очень важно то, какое время вы выполняете все эти упражнения. So if they can do, you know, speed training, conditioning training for 3 minutes or 4 minutes, then when they sparring, very very easy, because kumite yame. Point, hajime, but this 3 minutes continuous, no yame, but kumite has yame, so if you can build stamina up to 3-4 minutes, very very simple to do kumite. Если вы можете выполнять упражнение в какой-то скоростной силы на протяжении 3-4 минут, вам будет очень просто вести поединок, потому что эти 3 минуты они прерываются постоянно командами рефери, и у вас будет время еще больше приставиться.